Животноводы, увы, из-за малоснежной зимы и ранней весны могут остаться на какое-то время без водоснабжения. Как отметил на аппаратном совещании глава Тувы, снежный покров растаял практически на всех равнинных пастбищах. Вместе с тем, естественные водоемы еще не вскрылись ото льда. В итоге у многих чубанов могут возникнуть проблемы с питьевой водой для скота. Ситуацию может существенно осложнить ход расплодной кампании, которая начинается в овцеводческих и козоводческих хозяйствах, составляющих основу всего АПК республики. Нынче в Туве намечают получить потомство в общей сложности около 670 тысяч маток. До сих пор прогноз был благоприятный. Деловой выход молодняка планировался не менее 80%. Нельзя допустить, чтобы сюрпризы капризной горной погоды изменили эти планы не в лучшую сторону. На сегодняшний день вот здесь кожун, они начали еще вот по чабанским стоянкам, где труднодоступны, вот этот туда ездить и там будить вот эти скважины. Вот эта работа они сейчас занимаются. Но вот пескевский кожун, вот они тоже вот вчера ко мне приезжали, мы с ними обговаривали, пока вот этот машина, который приобретенный от строительства, там работает по ерсинскому кожуну. Они приехали к Кызыл и оттуда вот забрали, договорились с одной машиной. А, например, вот здесь чабан стоянок, и вот посередку пробурить одним скважину.